Так, всем привет, привет. В общем, достал свой фрезер ручного исполнения фирма Фиолент. Обороты 32 620 ватт. Такая старая моя машина. Зарядил фрезу, торцовочку вот такую. Ну, в общем, выставил 4 миллиметра глубина. Блин, что-то камера моя пляшет, зараза. Вот они. Здесь даже, наверное, больше 4. Ну и попробовал профрезеровать свой композит на максимальных оборотах. Ну, то есть понимать, будет плавиться он, не будет. Ну, в общем, ничего я такого не увидел, чтобы мне намекало на плавление. Просто снимать одной рукой и фрезеровать, ну, не представляется возможным, а штатива у меня в мастерской нету. Поэтому я вот так покажу просто результат. Вот воздуха нету, обдува нету, и забивается все это дело. Опа. Ну-ка. Еще сам не видел результата. Вот прям встряхиваю все это дело при вас. Ну вот, ребят. Вот. Без направляющих, без нифига, без упоров каких-то. Просто вот. Ну-ка. Ну вот. Так вот, парни, фрезеруется композит. Да какой тут 4 миллиметра? Тут, наверное, 7 миллиметров 7 толщиной, на глубиной. Сейчас зажму и вот здесь я еще ширкану. Погляжу, что будет. Самому просто интересно. Да ничего не будет, что будет. Нормально все будет. Попробую одной рукой. Очкую, конечно. Обороты на максимуме. Дур-агрегат. Страшно. Так. Выставил камеру, примерно держу. Погнали. Опасно. Откуда? Специально веду медленно. Специально вел медленно, немножко обороты снизил, а потом их повысил. Ну вот, смотрим. Отдай. Во. Ну то есть нету оплава. Наплава вот этого нету. Все четенько. То есть, исходя из того, что фреза, вот такая вот восьмерка. И глубина зареза. Во. Во. Такие пироги.